Нашу программу продолжит симулятор танк М1 «Адамс». «Адамс»? «Абрамс». По замыслу создателей игры, Украина вскоре вступит в НАТО, и на нее тут же нападут российские войска. Вот тут-то и пригодятся «Абрамсы». В ходе миссии вы будете защищать город Киев, столицу Киевской Руси, от русских оккупантов. Для того, чтобы в полной мере насладиться «Абрамсом», вам потребуется Pentium и 16 мегабайт оперативной памяти. До встречи в Киеве, товарищи!